كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Дорогие братья, как до этого упоминалось, наш брат Вази сказал о том, что разговор в кухне или же игры в телефоне, подобные вещи портят наш пятничный день. В этом дне есть много блага. В этом дне существуют безграничные блага, за которыми мы всегда ходим. Но, открыв телефон, просто посмотрев на нее, отвлекаясь, мы просто теряем все то, что мы могли бы заработать на сегодняшний день. Поэтому я хотел начать именно от этого, для того, чтобы все наши дела, кроме того, что мы посещаем пятничные дни, были совершеннее, в том же числе и этот благословенный день. Барак Аллаху фикум. Дорогие братья, великое событие, о котором сегодня мы поговорим, мощное потрясение. Об этом очень много говорит Аллах Субханаху ва Та'аля в своем священном книге. И часто говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вплоть до того, что приказывает нам об этом. И поэтому каждый из нас об этом часто вспоминает. Но иногда в развалинах этой жизни нам приходится об этом забывать. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Акфиру зикра хази мин ладдат». Вспоминайте часто разрушителя всех наслаждений. Хадис передан Ахмад ибн Маджа, Тирмизи, ан-Насаи. Является достоверным. Конечно же, многие из нас знают это. И, конечно же, все знают, о чем сейчас речь. Как много людей, которые беспечны в отношении этого события. Как много людей пренебрегают подготовкой к нему. Смерть. Смерть, дорогие братья. О, если бы вы знали, что такое смерть. Смерть – это великое событие, которое приводит человека к первому этапу вечного мира, вечной жизни. Если человек умирает, на него начинается его судный день и его расчет. На него начинается его наслаждение или же его муки. Смерть – это межа, которая пролегает между этой жизнью и вечным миром. Это разделительная черта между временем деяния и временем воздаяния. После смерти уже нельзя вернуться в этот мир, чтобы исправить что-то. Это невозможно. Что же касается хороших дел, которые мы совершаем, хасанат, то ты уже ничего не можешь прибавить, никак не можешь увеличить их. Что касается дурных деяний и поступков, то ты уже никак не можешь забрать.
ты уже не можешь покаяться в них, ты уже не можешь попросить прощения у Аллаха, святой Великий. Потому что после смерти нет ничего, кроме ямы. Яма, в которую нас поместят, и будет эта яма для меня, тебя, для нас всех, дорогие братья, будет эта яма. Один из райских садов. Либо же будет одно из зловонных ям адского огня. Да упасет нас Аллах от этого. Дорогие братья, смерть, она постигнет каждого. Ее не может избежать никто, вне всякого сомнения. Аллах Субханаху ва Та'аля сказал в сурату Ниса 78 аяте: «Эйнама такуну юдриккум аль-маут», где бы вы ни были, настигнет вас смерть. Также Аллах Субханаху ва Та'аля в сурату Джума 8 аяте сказал: «Куль инна аль-маут аль-лази таферруна минху фа-иннаху мулакикум». Скажи, вот эта смерть, от которой вы бегаете, убегаете, она настигнет вас. Дорогие братья, смерть – это вещь, которая имеет назначенный срок, которая имеет строгое определение, строгое определенное время, установленное Аллахом Субханаху ва Та'аля. Если приходит это время, невозможно ускорить его и не отложить. Как Всевышний Субханаху ва Та'аля сказал в сурату Нахл 61 аяте: «Фаида джаа аджалум ла йастахдимуна саатан ва ла йастахдимун». А когда придет их срок, они не смогут отложить его даже на один час и ускорить его. Как сказано в сурату Имран 145 аяте: «Ума кана ли нафсин ан тамута илля би изни Аллахи китабан муаджала». Смысл аята заключается в том, что каждый срок предписан. Дорогие братья, также нам известно, что есть ангел, которому Аллах Субханаху ва Та'аля верил в вопросы смерти. Тот ангел, которому Аллах поручил принимать души рабов во время смерти. Аллах, Святой Велик, говорит в сурату Саджда, 11 аяте: «Уль ятаваффакум малякул маути ллази уккила бикум». Скажи, упокоит вас ангел смерти, которому вы поручены. У этого ангела есть помощник. Ангел, который помогает ему принимать душу человека, как об этом сказано в Священном Коране: «Аллазина татаваффахуму лмалаикату дзалимина анфусаху». Те, чьи души принимают ангелы. Ангелы. То есть Аллах, Святой Велик, говорит, что этих ангелов много, которые помогают ангелу смерти. Аллах Святой Велик говорит: «Таваффату русулюна». Упокоит его посланцы наши, то есть ангелы. Дорогие братья, смерть, она не разбирает между молодым и взрослым, между богатым и бедным, между женщиной и мужчиной, между здоровым и больным. И смерть может зайти в какой-то дом, где есть старик, где есть больной человек, но забрать из этого дома молодого и здорового. Потому что смерти все равно, молодой ты человек или старый. И никто из вас, из нас, не знает, когда его конец. Потому что знание о смерти – это сокровенное знание, принадлежащее только Аллаху Субханаху ва Та'аля. И бывает, что врачи выносят вердикт какому-то больному, что все, этот больной не живец, что ему остались считанные дни, болезнь его неизлечима. Но Аллах, Святой Велик, делает так, что этот больной еще живет долгие годы и приписывает тому самому врачу скорую смерть. Сколько таких случаев? Ибо и прежде, и вечно на все воля Аллаха Субханаху ва Та'аля. Если человек умирает
то непременно человек умирает по тому предопределению, которое приписал ему Аллах Субхану Тааля в своем предвечном знании, которое записано, хранимо, скрижали, рахи махуз, в небесной книге, в которую записывает ангел для человека, когда он в чреве матери, по приказу Аллаха Святого Великого. Любая смерть, умер ли человек при пожаре, утонул, или умер при болезни, или его убили, любая смерть происходит не иначе, как по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля сказал об этом в Суре Аль-Имран 45 аяте: «Ва кана ли нафсин ан тамута илля би идни Аллахи китабан муаджала». Дорогие братья, если человек вспоминает об этом великом событии, которое ему предстоит, это побуждает его готовиться, это побуждает его очень быстро запасаться благими деяниями для дня встречи Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал нам: «Экфиру зикра хадихи хадими ладдат». Побольше, почаще, много воплощайте в свою жизнь вспоминания разрушительницы жизнь всех наслаждений в этом мире. И на самом деле стоит этого делать почаще, тем более в наше время. И если человек часто вспоминает смерть, это значит, что это мудрый человек. И если он будет часто вспоминать смерть, это исправит его положение, его поведение, это наладит его связь с его Господом, это заставит его еще сильнее готовиться к встрече с Аллахом Субханаху ва Тааля. Ну все, абсолютно все имеет свой конец, как нам известно. Бесконечен и вечен только Аллах, Пречистый и Возвышенный. И смерть, и она обретет свой конец. И смерть будет убита, и после этого не будет больше смерти, и будет жизнь для всех. Как об этом сказано в обоих сахихах, хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал: «Приведут смерть в день суда в облике белого облака, с черными вкраплениями, и воззовет глашатай: о обитатели рая, и обитатели рая поднимут свои головы, и скажет этот глашатай: вы знаете вот эту?» Они скажут: да, это смерть, потому что всем пришлось увидеть ее, всем пришлось встретиться с ней. А затем воззовет глашатай: о обитатели ада! И обитатели ада поднимут свои головы. И скажут им глашатай: вы знаете ее? Они скажут: да, потому что всем пришлось встретиться с ней. А потом зарежут смерть, закурят ее, и потом воззовет глашатай: о обитатели рая, отныне вечность и нет смерти. О, какая это благая весть для обитателей рая. Наслаждение и блаженство, которое не испортит и не пресечет смерти. О обитатели ада, отныне вечность и нет смерти. О, какое это горестное сообщение для них, страдания вечные, от которых не избавит смерть. И рассказав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прочел аят: «Ва андирхум йаума аль-хасрати идз кудия аль-амр ва хум фи гафлати ва хаулаи фи гафлати ахли ад-дунья ва хум ла йуминун». И предостереги их от несожаления, когда уже решится все дело, а они в этом мире пребывают в беспечности, а они не веруют. Сказал Аллах Святой Велик. И знайте, дорогие братья, что вспоминание о смерти содержит в себе очень много пользы для человека. Потому что если человек вспоминает смерть, это пробуждает беспечное сердце, это оживляет мертвую душу, это лечит его высокомерие, братья. Высокомерие, что на сегодняшний день является одним из просто самых великих проблем, которые существуют у нас. Избавляет от высокомерия.
Это лечит в человеке стремление к показухе и к людской славе. Это тоже один из важнейших проблем, которые существуют сегодня у нас. Вспоминание о смерти удаляет или, по крайней мере, ослабляет в человеке желание совершить грехи. Это делает человека смиренным, покорным Аллаху, поминающим много Аллаха, молящимся Аллаху, заставляет каяться перед Аллахом, святым Навеем, заставляет тебя просить прощения у людей, которых ты обидел, повелиться побыстрее с теми людьми, с которыми ты находишься в ссоре. Вспоминание о смерти, о рабе Аллаха, это мощное лекарство, предписанное нам от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие братья, как сказано в Священном Коране, «Куллю нафсун дайкатул маут» – «Каждая душа вкусит смерть». «Каждая душа вкусит смерть» – и поистине обязательно будет дана вам ваша награда полностью в день суда. Этот великий факт мы должны всегда помнить. Этот грандиозный переворот в нашем с вами существовании мы должны постоянно держать в наших мыслях. Один из предшественников, один из замечательных имамов, он решил наставить одного человека, который был обеспечен в этом мире. Он пошел вместе с ним на кладбище и сказал ему: «Скажи, вот такой-то, если бы ты был на месте вот этих вот лежащих в этих могилах, о чем бы ты мечтал?» Он сказал: «Я бы мечтал вернуться в эту жизнь, чтобы совершать праведные деяния. Не те деяния, которые я сейчас совершаю». И тогда тот человек, тот ученый, Рахимахуллах, сказал: «Вот такой-то, вот ты же сейчас как раз находишься в этом состоянии, о котором мечтаешь». Да, братья, мы с вами сейчас находимся в том состоянии, о котором будем мечтать после смерти. Сейчас, пока мы живы, пока у нас есть возможность, пока у нас есть силы, а очень скоро дело придет к тому, что придется нам разлучиться с этим миром. Наступит смерть, придет наш срок, никто от этого не убежит. Так давайте же готовиться, дорогие братья, к встрече с своим Создателем. Посмотрите, чему нас учит смерть, дорогие братья. Смерть нас учит тому, чтобы мы готовились к следующей жизни. Нету здесь ничего, кроме наших благих дел, что могло бы послужить спасением в вечности. Конечно же, как сказано в Священном Коране, «Ля тахнату мин рахматиллях». Конечно же, мы надеемся на милость Всевышнего, на рахмат Всевышнего. Без этого никакие дела не помогут. Но с кем его рахмат? С теми, которые совершают благие дела, которые живут в этой жизни подобно гостю. Прошу Аллаха, чтобы сделал эту хутбу, это наставление для нас причиной для того, чтобы мы почаще вспоминали смерть, которая разрушает все интриги этой жизни. Также, дорогие братья, я не находился долгое время среди вас. Очень рад видеть вас всех. Люблю вас ради Аллаха. Вместе с вами мы прошли очень многое, наблюдая за этим, что сейчас происходит. Нету мест. И у нас внизу делается первый этаж. Столько всего пройдено, аж слезы накатываются от радости. Помощь Аллаха близка. И мы это ощутили в своей практике. Конечно же, по воле Аллаха субханаху ва тааля, и мы все стали причиной того, что мы сейчас стоим в своем собственном помещении. Да воздаст Аллах вам всем десятикратно, миллионократно размере. Джаннатул фирдаус. И на сегодняшний день, время от времени, у нас бывают сложности. Опять-таки, со сбором денежных средств и так далее и тому подобное. Дорогие братья, еще раз напомню вам о том, что все это делается для нас с вами. Для меня лично и для каждого тебя лично, брат, слышащий меня.
иншаллах, у нас на сегодняшний день есть определенные.